этот шепот прибоя, кто я, где мое сердце, знает лишь одна вода. Сто раз обещал им не спорить, но влечет в меня море, как будто его волна. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак вновь меня ведет в мир больших ветров и бездомных вод. Я хочу плыть, а в глазах каждый день океан бескрайний. Меня зовет за горизонт, вот бы парус поднять, путь отправиться в дальний. Он свет прольет на все то, что там меня так долго ждет. Буквально на днях в Москве завершился 16-й вокальный фестиваль «Золотой голос России». Дипломантом первой степени на этом фестивале стала юная пермячка Мария Оборина. И сегодня Машенька в нашей студии. Маша, здравствуй. Здравствуйте. Поздравляю тебя. Спасибо. Скажи, пожалуйста, это твой не первый такой большой конкурс. Волнуешься ли ты перед выходом на сцену? Конечно, волнуюсь, как и все остальные, но всегда справляюсь с волнением. Хорошо. Я тоже всегда волнуюсь, когда начинается запись, когда приходят ко мне гости. Какое упражнение ты делаешь для того, чтобы снять волнение? Представлять, что ты один, что тебя никто не снимает, не судит. Прям вот ноги, ни руки не волнуются, не дрожат. А почему, когда на сцене стоишь, коленки иногда трясутся и микрофон начинает трястись? Машенька, впереди очень красивый весенний праздник, День весны и труда. Давай поздравим пермяков с наступающими длинными выходными и пожелаем им хотя бы хорошей погоды. Я желаю всем хорошей весны и погоды также, ярких солнечных дней, чтобы у всех, кто сейчас работает, были хорошие выходные, на которые они могут полюбоваться той природой, которая сейчас расцветает. Ну и, конечно, начинается новая жизнь, и я думаю, что все этому рады. Проведите ближайшие выходные в кругу любимых и близких. Пусть весна будет не только в календаре, а в сердце каждого из вас. Окружайте себя добрыми поступками, хорошим настроением и, конечно, музыкой. Мама, зачем мне это нужно? Мама, быть тихой и послушной. Мама, от этого страдаю я. Эти учебники и ноты, эти компьютеры и счеты, видно, влияют плохо на меня. А мне бы петь и танцевать, а мне бы прыгать и скакать, собрать подружек полный дом, перевернуть весь дом вверх дном, дразнить зазнаек и зануд, смеяться от собственных причуд, с ума сводить честной народ. И никаких забот.